Тамара занимается в физкультурно-оздоровительном клубе «Одинец» уже не первый год. Участвует во всех активностях. Сегодня она с друзьями пришла на спортивный развлекательный праздник, посвященный Дню России. Я ожидаю хорошего настроения, участия в спортивных соревнованиях. Победы не жду, потому что понимаю, что не дотягиваю. Но просто провести время и попробовать, что у меня получится. Физкультурно-развлекательный праздник «Одинец» организовывает каждый год. В этот раз отдохнуть и повеселиться смогли и учащиеся школ для детей с ограниченными возможностями «Надежда» и «Гармония». Команды разделили на две части. Взрослым подобрали специальные состязания. Такие как дартс, скандинавская ходьба, метание теннисного мяча в цель, бросок в баскетбольное кольцо. А детки у нас будут заниматься с аниматорами парка «Раздолья» и кататься на паровозике из Ромашково. Всего на праздник пришли 75 человек. Все бодры духом и действительно готовы бороться за первое место. Определенные ограничения по здоровью для этих людей не преграда, а лишь повод доказать, что все возможно. Поддержать участников соревнований пришли одинцовские единороссы и не с пустыми руками. Карандаши мелкие, раскраски, чтобы вам было интересно. Ну а всем вам мы сегодня пожелаем хорошей погоды, отличного настроения. Цель праздника – социализировать людей с ограниченными возможностями и привить им любовь к активной жизни. С ней организаторы справились. Эмилия Аркелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».